Нам постоянно куда-то нужно. Устаю. Ездит с нами на гимнастику. Остаются на гимнастику, как я уже говорила раньше, и мы на метро иногда доезжаем как-то быстрее. И ждем. Пошла кофе выпить. У нас перекус у каждого сегодня. И Таюся у нас перед гимнастикой. Я его все не буду. И Анаис обедает. Пришла на тренировку вместе с Таей. Погулять хочешь? Не дают. А в это время мы с Анаис маемся дурью и делаем селфи. Дело пошло, да? В нашем зале живет упитанный грузинский кот, а Наис к нему не подпускаю, потому что у нее еще нет прививок. Вытяни ноги. Yes. Носки натяни. Спину ровно. А как дальше? Спину ровно, ноги подожми. Give me. No. А, нет. Занятия на воздушных полотнах позволяют улучшить осанку, растяжку и подтянуть фигуру. Переворачивай. Нет. Вот, почти. Еще. Так, а теперь переворачивайся. Нет, ты прямой ногой должна раз и перевернуться. Вот сядь на шпагат. Так. Давай. Вот, молодец. Нет. Почти. Руку. Нет, ногу не... Распрями ногу. Не бойся. Еще раз так же. Нет. Возвращаемся на автобусе из Тбилиси домой. Что это? Ну вот лежит. Лежит. А это лежит на батарее, она и сгреется. Скажи, осень пришла, она тут нашла в доме место. Теплое. А я с ней лежу. Она мне могла вылечить, когда я ее глажу.
Анаис греется в батарею. Вот так вот сядет, батарея теплая, обнимает и сидит. Анаис! Все, она уже балуется. Кусачка. У нас столько животных. Это вот хозяйская собачка. Алиса говорит, она бро. Доброе? Да. Заходи домой, холодно. Не, не ходя. Тут пока сижу, давай жилетку оденем, давай. Играть. Так, я очень боюсь, чтобы ты с этого велосипеда вот с этой высоты не свалилась. Иди по дорожкам катайся, здесь можно упасть. Я помогу тебе. Здесь в Каджоре есть церковь на опушке леса. И сегодня большой праздник, и мы пришли поставить свечки, помолиться. Мы здесь одни. Так часто бывает в грузинских храмах, что приходим и никого нет. Просто оставим денежку, возьмем свечки и поставим свечи. Тучи, так пасмурно. В Каджоре меняется погода каждые 10 минут. Вот это крепость Азуэла, в которую мы пойдем чуть позже. И тучи черные, погода портится. Украина, мама. Что? Украина. Наша Украина, говорит Алиса, да? Знает флаг наш. Многие приезжают в Каджоре с детками именно из-за соснового леса. Когда здесь туман, это самая полезная погода, потому что запах хвои просто непередаваемый. И именно в туман нужно выходить с детьми, гулять по лесу. И это очень полезно для легких, для здоровья. Вот когда у вас детки очень часто болеют легочными заболеваниями, бронхитами, пневмониями, астма, именно вот сюда нужно ехать. Многие снимают здесь дома на все лето. И летом здесь цены на жилье значительно больше, значительно выше, чем сейчас. А мы вне сезон сюда попали. Пойдем? Да, а вот. Давай, спрятаемся. Надо было взять переноску. Мы не взяли, Тая носит ее вот так на руках. А Анаис хочет она немножко. Она не замерзла. Сейчас не такой холод еще, и она сейчас в одежде. Она легла, она зарылась мне в руку. В этот день нам снова пришлось вернуться в город, потому что у меня появились кое-какие очень важные дела. Одели ей свитерочек, потому что очень холодно. Бадри машина на паркинге. Страшно к ней подойти. Алиса уже попыталась эмблему Майбаха скрутить. Вот пришел Макдональдс.
На сегодня наш день подошел к концу. Все очень устали, а завтра нас снова ждет переезд в новый дом.